Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дистан и Данилка. Всем привет, дорогие друзья. И мы продолжаем выживать на этом острове полным загадок, да? В предыдущей серии мы себе нашли охренеть какую броню. Я себе взял по ноже и вот эти, как его, и ботиночки, а ты себе возьми шлем и верх. Где он там? Да вот, тут же, я же сказал, левый сундук для вещей. Так, алмазный, все. Так, и я себе сделаю тогда алмазный меч. Надо зацени-ка мой алмазный меч. Смотри, какой он. А, ну так ты же взял, там же был. Нифига себе. Набери тогда. Офигеть, как алмазная броня выглядит в этом текстурпаке. У тебя какой уровень? 27. На, возьми и давай мне алмазный меч, я себе изучаю. А у тебя какой уровень? У меня 32. Ну нормально, тогда на 2 алмазика сделай себе. Потому что я же как бы в большем случае я бы это... Ну ты понял. Так, это тогда я сюда поставлю куда-то. Ну, сюда. Я лучник. Ну да, ты же лучник, поэтому... Зачарование. Зачарование только в крепости. Ой, в церковь-то. И сейчас я сбегаю в церковь? Нет, не в церковь. Не там. Ты же не помнишь, вот там в горе мы нашли небольшую такую комнату, где было зачарование? А, все. Помнишь? Угу. Тогда иди туда. А я тут разберусь, ты взял себе Fire Resist на всякий случай, вдруг потом понадобится. Так. Да, я взял. Я себе сделаю еще нормально факелов, потому что мне кажется, что финал уже близок. Так. Отлично. Стак факелов. Так, отлично. Я убил. Ну что, я тебя жду тут, в доме. Сейчас, 5 секунд, и я прибегу. Угу. Только зачарую, только мне надо поставить так с умом, точнее, я имел в виду. Чтобы, знаешь, это всякую чушь себе не зачаровать. Ну да. Какой у меня мечик. Еще и плащ такой. Так, ну кстати, что? Кстати, плащик, ребят, наверное, все знают, что его дают с поздравлением Нового года. Это вот Optifine. После Нового года его уже не будет, так что, да, ребят, это... уберут. Бред, конечно, немного, но... Как я зачаровал-то? Я хотел бы сделать какой-то нормальный дом, но... То есть не коробку, но если тут уже финал близок, я не вижу смысла. Вот-вот. Надо было в первой части уже начинать, думаю, делать. А то у нас такая коробка, ну пофиг. Так, выходи уже из дома, я возле голов бегу. Ну, давай. Видишь меня? Стой там. Давай. Побежали. Я знаю, где еще один данж есть, но я не знаю, действительно, данж ли это или что. Давай. Потопали. За мной. Ну а я куда? Ну так, ты куда-то в другую сторону. Так, ну, последняя голова осталась, и потом церковь. Да, ребят, все. Или что они тупо сделали, что последняя голова в церкви. Хотя нет, вряд ли. Точнее, потому что они же написали, что ты не можешь туда войти, пока ты не разместишь 4 головы. Хотя в крайнем случае они могут, знаешь, такую загадку поставить в этом, все же туда закинуть ее. Мы здесь вылезли, все. Вряд ли, конечно, но они же ясно написали, без 4 голов ты туда не сможешь войти. Да, я даже сам. Смотри, тут есть, но... О, паньки! Это что за данж, смотри? Это не данж, поэтому я и говорю, я вижу там сундук какой-то, и там это паркур, типа. Давай попытаемся пройти его. Так, давай. Оп, твою ж. Сдал немного назад и упал уже. Если там башка будет в этом... ну иди вперед. Если там башка будет в этом сундуке, то нормально. Если нет, то я не знаю, где... Я думаю, это просто так бы не поставили бы ее. Я тогда не знаю, где... Да ты что, издеваешься? Это, знаешь, иногда спринт тупо не работает. Нажимаешь, но он что-то... Да. Он иногда, знаешь, так подлагивает, типа ты 2 раза бежишь, и все, и отлагивает. О, опять нажал, но он... Да. А я посмотри, где. Так. Ну, я, если честно, не очень большой любитель паркура, поэтому... Ну, бывает, да. Я в воду упал! Ох, как неинтересно. Так. У меня еды нет. Ну, у меня есть, поэтому я тут похаваю. Ой, прыгай ко мне. Ко мне прыгай. И ты издеваешься? Не, ну вот эта хрень с этим спринтом. Я нажал 2 раза, он в воздухе вот так, знаешь, вот так подергался. Я и говорю, вот этот вот лаг, он меня тоже раздражает. Почему, ну хрен его знает, почему они вот это его сделали. Слушай, надо было сейчас на писву поставить, пока мы бегаем. Нет.
Слушай, давай, короче, будем лучше друг другу тпхать, потому что это долго и нудно будет. И мне кажется, не всем будет интересно смотреть, как мы тут падаем. Кто дольше вот это пройдет, к тому будем тпхаться. Ты уже можешь ко мне тпхаться. Давай еще. Все. Так, давай. Будем по одному. Если кто-то упадет, тпхается друг к другу. Тпшись. Стой там. Мне надо покушать, слушай. Стой там. Все, отлично. Давай, ладно. Опять вот этот лакс. Давай ты, сейчас ты. Я не смогу. Почему? Мне кушать надо. Ну ща, ладно. Стой тут тогда. Ты стоишь? Да. Тут что-то ты у меня как-то в воздухе. Твою ж! То не допрыгнул, то перепрыгнул. Да-да-да. Отойди немного. Вот, как-то, а то я... Да ты что? Мне что, контрол нажимать для спринта, чтобы он не лагал? Твою мать. Давай. То он работает, то он не работает. Нажал shift, он упал. Да. Да иди ты в жопу, этот паркур. Все, отлично. Вот этот вок перепрыгнешь. Я прыгну. Ага. Короче, ты пехайся, а то я уже хотел. Все. Опа. Опа. Давай сейчас ты. Да ты смеешься, у меня разбега нет, у меня же еще нет. Ты бы лучше бы дал бы мне бы еды. Ну так, ну на, у меня думаешь много есть. Сюда. О. Опа, какая передачка. Стой там. А как нам вообще туда допрыгнуть? Ты походу тут блок сломал, который не должен был ломать. Я вообще ничего не ломал. Ни к чему не прикасался. А хотя стой, подожди, стой. Сломал здесь. Ты? Нет. Все. Давай. Стой там. Твой. Я говорю, у меня глючит вот этот спринт или хрен его знает. Нажимай два раза на кнопку, он тупо лагает. Давай сюда. Так, во. Так. Ага. Тут кнопка. You have two parkour skills. Ну и естественно. Еще сейчас там? Алмазные ботинки невесомостью, слышишь? Стой. Офигеть! Скорость 2 после применения плюс 40 скорости. Офигеть. Я взял книжку. Сейчас, дай я прочитаю еще тут. Ты нашел The Sand Spire. Короче, какую-то... Вот эту песочную хрень, знаешь? Слушай. The... Тут... Смотри, что тут написано. Тут очень загадочный какой-то песочный блок. Что это может означать? Там может голова скелета в сундуке. Прикинь? Офигеть. А, ну я что-то не понял, о чем они алмазные говорят. Алмазные ботинки с невесомостью. Я возьму себе. Бери. Но я не понял, о чем они говорят. Там какой-то загадочный песочный блок. Где? Я не вижу. На самом верху. Ну давай, я попробую забраться. Ты стой там. Вряд ли, конечно, там что-то будет, но... Сейчас посмотрим. Что, к тебе тпшиться можно? Ну что, лучше пока что не надо. Зачем? Так. Я говорю, вряд ли там что-то будет, но... Они же написали, что там башка нет. Где-то в сундуке. Сейчас еще раз прочитаю. Там загадочный песочный блок. Что это может означать? Там может быть башка скелета в этом в сундуке. Я же говорю, но я не вижу никакой загадочный песочный блок. Наверху говорю. Может сейчас быть. Я посмотрю. Наверху. Чё, все можно? Да зачем, если я еще даже не вылез? Ты же мешать мне тупо будешь. Ну я не знаю, может. Я не мешаю. Где ты там вообще находишься? Так, ща я уже почти тут. Он двойник. Все? Ну ты пехайся, но тут ни хрена нету. А где тогда башка скелета может быть? Или нам это все вот это вскапывать сейчас нужно? Да ну вы гоните, не. Где вы вообще ее запрятали? Чё-то бред какой-то. Я если честно, не догоняю, что они хотят от нас. Надо было, знаешь, что сделать? Чё? У нас же есть порох. Да ну, пока мы сделаем этот. ТНТ это с ума сойти. Ну я не знаю, где они запрятали. Короче, мы.
Да чё, ну их без одной головы мы ничего сделать не сможем. Но если не здесь, то где тогда? Вы нашли песочную хрень. Там очень какой-то сверхъестественный Чайзелет Санстонблок. Что такое Чайзелет? Сейчас я посмотрю, потому что я не в курсе. Потом, Санстонблок, what call did mean? То есть, что это может означать? Сейчас посмотрю. Чайзелет. Чайзелет. Точенный. Какой в жопу точенный? Точенный. Кинь мне лопату. У меня нету. Окей. Чайзелет Санстон. Чайзелет Санстон блок. Какой-то песочный. Точенный блок песчаника. Точенный. Точенный. Может укрепленный, что-то типа такого. Какой? А, знаешь, есть несколько видов песчаника. Ну. А где? Вот, может он какой-то там улучшенный или что-то типа такого. Ну так я понимаю, но где, я не вижу. Я вот сам не знаю, где. То есть, а там... Чё, ты так, упал? Всё, да, я спустился, я посмотреть хочу, может где-то, по которому мы спускались. Я понимаю, что как бы это, да, другой какой-то блок, но где он? Вот этого я и сам не знаю. То есть, ладно, Чайзелет, допустим, это какой-то там загадочный блок, да, допустим. А... Но где он? То есть, там написано, что какой-то блок, и что это может означать? Там, наверное, башка скелета в сундуке. То есть, нам нужно найти какой-то блок, чтобы найти сундук. Но только какой блок и где его вообще искать? Ну ладно, Чайзелет блок это как какой-то особенный блок, где он будет выделяться, да? То есть выделяться с основных блоков. Но где нам его найти? Это без понятия. Нет, тут ничего нету, я посмотрел. То есть смотри, ща, я спущусь туда, где мы... Ох ты, ё-моё. Загадки твою. Ну. Вот, смотри, мы тут, да, были? Вот. Тут где написано, что у вас true parkour skill. Тут мы его нашли. То есть, если... Смотри, если мы тут стоим, да, вот тут. Сейчас, я тогда вот сюда перепрыгну. Если мы тут стоим... Да не копай ты туда. Так, а может где-то здесь? Не, ну смотри, 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 что тут написано. А, нет, это... То есть вот тут где-то мы отсюда должны видеть. То есть там какой-то блок вот этого песка. То есть мы можем отсюда его видеть, но я представления не имею где. Ты говоришь, мы все облутали. Ты посмотри вон туда, куда я сейчас смотрю. Мы даже на самую гору туда не залазили. Залазили, вот я туда. Залазил. Ты залазил, да? Да, в самой первой серии вроде, чтобы посмотреть, что там. Так, тут дальше ничего нету. Нажми на паузу. Ну что, ребята, короче, искали мы, искали, 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 опять мы искали, и пришли мы к выводу... твою мать, ты издеваешься. Нет. Итак, ребята, блуждали, искали, пытались что-то найти, потому что там написано в этой книжке, мы ни хрена не поняли. Чё, они от нас хотят, какой-то заостренная хрень, и нам нужно найти. Во-первых, у нас есть вот портал в ад, который мы уже можем построить и тпхнуться туда. Но хотя я пока что не думаю. Я не вижу смысла, да. Ну, идти, если они его построили, значит там точно должно что-то быть. Но. Это знаешь, это какой-то типа отмаз от всего этого, чтобы отвлечься и просто пойти туда, там, к примеру, мне кажется, что-то тупо просто побить там кого-то. Ну, фиг его знает. И другое, ребята, знаете, что мы вспомнили? В первой или второй части я нашел крест какой-то пиратский клад. В первой части, в первой, да. И мы сейчас как раз так вспомнили. А вдруг попробуем там что-то туда может быть? Потому что если они его туда поставили, там должно что-то быть 100%. Но мы не стали копать, то есть мы прокопали 2-3 блока, и мы перестали копать. А если вдруг там есть что-то, но очень глубоко? Может не там, а рядом. Может где-то рядом, может под ним. Ну, если так суть. Красный большой крест. То есть... Он же все-таки должен что-то значить. Значит,
То есть это, можно сказать, какое-то сокровище вот должно быть. Мы прокопали тут пару блоков, мы успокоились. Давай, короче, ты, у тебя есть лопата? Хотя не нужна. Лопата. Я, короче, копаю. Кстати, ребят, скажу вам сразу, после того, как... Вот, вот и нашел, твою мать. А ты где? Да я уже прокопал. Падай посередине креста. Так я тебя даже найти не могу с этим стой крестом. Там, стой там. Так. Ух, я не знаю как. Я тебя вижу на карте. Так, нет, назад, назад, назад. Сейчас направо. Во, вот, беги. Сейчас, во, а, все, вот он, вижу. Вот видишь? О, а, да. Вот я же говорил тебе то, что там вдруг что-то есть. Time to swim. Короче, мы сами можем пойдем поплавать. Да все, мы тут. Вот офигеть. Я забыл, я же не, по-моему, не сказал то, что когда у меня крашнулся Майнкрафт, мы пытались записать, у меня все вещи пропали, ребят. Я взял все вещи, которые я вспомнил, но они не зачаренные. Вот в этом-то и вся фишка. Так, ребят. У него, не знаю, какой-то краш особенный, да, что да, все да, вещи да, пропали. Выпей, кстати, выпей Fire Resistance на всякий случай. Кстати, ребят, и слышишь это? Чё? На L, когда нажимаю, у меня ничего не прокачанное. Да ну. То есть, да, у меня ничего нету, мне не показывают то, что я... Странный у тебя, конечно, крит какой-то был. Я же говорил, выпей Fire Resistance. Всё, всё, это ТП-ш... до конца, это, ТП-шися. Ну, да я уже тут. Тут пусто. Так сразу. Это же сделано, чтобы если мы умерли, то вещи наши сохранились. Ху, короче, скелетон. Вот видишь? Ого! О, ни хрена себе. Я себе, о, я себе беру руки. Сила, сила. Так, я себе вот это вот возьму. Бери себе Night Vision на всякий случай. Да, все, я взял. Короче, и... тут ты видишь, в чат написал какой-то скелетон, что... Да-да-да. Включай Night Vision, мне кажется. На всякий сейчас случай. Я включаю. Короче... Опа, все, я включил. А меня тут нифига не видно. Какая-то. Опа. Стой, подожди, тут ты... А, отойди! Я в тебя не попал? Да, нет. Здесь. Тут 6 огненных шаров, все. Так, пойдем? У тебя случайно не на изи стоит? Стоит. То есть стоит, не... стоит, стоит, стоит. У тебя на писфуле стоит, 100%. Да-да-да-да-да, все, я поставил. Потом. Пойдем. Осторожненько. Так. Так, вот здесь что-то есть. Ты идешь за мной? Ой, я тут... О, нашел! Только я не знаю, как сюда выйти. Ну-ка, ну-ка. Тут рычаг. О, все, 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 открылась дверь, я слышал. А какая дверь? Иди, вот. А. Ух, твою. Идите отсюда, ва. Зомбари. Они откуда-то... Да там спавнер. Все, я ломаю спавнер. Один. Давай. Два. Все, отлично. Ху, вот, ребята, еще какой-то данж, а мы его чуть не профукали. Оп. Отойди. Оп. Ты там стреляй, я тут побуду. Да-да-да. Чат, не стреляй. Опа. Все. Ого, тут. О. Спавнер. Так. Так, не беги так вперед. Тут же сундуки есть. Иди назад. О! Так, сейчас я сундуки. Ну тут фигня. Нет, не фигня, тут стрелы. Вот, я кнопку нашел, то есть я ключ нашел. Все, отлично. Я ключ нашел, а ты так бежишь вперед и... Тихо. Иди туда. Разбирайся. Лучник. Это мои разборки. Да, всё. Ты же у нас лучник. Стой. Я здесь пока. Я эту сторону буду лутать, и тут. Ага. Ага, пролутал я эту сторону. Все, тут спавнер был, которого уже сейчас нету в данный момент. Так, тут гнилая плоть, тут тоже гнилая плоть. Так, тут скелетон. А, там стрелы спавнером. Бери, если тебе нужно. Где? Так. Ну, ой, тут да, стрелы. Да. Короче, во всех сундуках практически стрелы. Him looks like it needs to key. Ну, мы ключ уже нашли. Отлично, заходим. Твою. Все. Давай. Ух! Ох ты, ё-моё! Засада нас какая тут поджидает, а? Иди отсюда. Лучше это все сначала светить, во. Все, отлично. Фу, зато хотя бы осветили. Опа. Тихо. Опа. Так. Все, сломал. Я тоже. О, стой, динамит. Стой. Я туда даже ходить не буду сейчас. Так, я сначала покушаю, передохнем немного. В смысле динамит? Давай, посмотри.
Башка скелета! Где? Ребята! О, да, 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 я да, беру. Да. Короче, забирай. Ребяточки, ребяточки. Иди, я взрывать буду. Сейчас я, давай. Давай вместе. Давай, раз. Два. А, три. Вот иди. Иди, иди. Тебя еще зацепит. Да, пофиг. Зато мы уже башку нашли. О, да, ребята. Оу, ес. Четвертая башка. Ребят, оу, ес. Это уже финал. Это что нам сейчас осталось? Ребята, мы можем пойти в ад, но я не вижу смысла, если мы уже нашли 4 головы. Согласитесь. Да. Второй, что мы можем сделать, это уже сейчас пойти в церковь и тупо завершить вот это прохождение. Что мы, наверное, сделаем в следующей серии. Но сначала давай быстренько домой поставим башку. Кто быстрее? Посмотрим салюты какие-то. Вдруг. Так. Ну, а по-любому салюты будут, потому что нас порадует такому большому прохождению карты. Ну, если все сделали грамотно, то уж, думаю, салюты такого этого добавят. Вряд ли, конечно. Ну. Choose to class. Так, я выбираю Warrior, который мне вообще сейчас... Ну что, давай, я уже тут ставить башку, жду тебя. Сейчас прокачаем. Все, готово. Жди меня! Жду. Без меня не начинать такое представление. Все. Давай. Так, тут немного башка. Та-да-дамс, 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 та-да-дамс. Ты что делаешь? Она криво немного стояла. Нужно все же прямо поставить. Бам! Четыре башки, ребята. Крипер, скелетон, зомби и хьюман. Все. Основные ачивки мы выполнили, ребят. И теперь только остается пойти в церковь, в которую мы пойдем, думаю, в следующий час. Потому что сейчас... Сначала давай вот это все мы выложим. То есть оденемся, приготовимся к финалу, мне так кажется. Потому что там будет финал, мне так кажется. И думаю, там будет ох как... Ну, это я не знаю, это нужно будет посмотреть. Ух ты, ты представь, у меня 3 стака стрелы. Офигеть. Адскую звезду я заберу с собою, потому что... А, ну, будет друг. Экшен какой-нибудь, чтобы я ее забыл с собой. Нам нужно как минимум взять с собой нормально так еды, потому что у меня еды не осталось. Так, да, кстати, насчет еды. А если у нас нету еды, то это хреновенько. Потому что 4 стака стрел. Лучше бы у тебя столько еды было. Да, кстати. Что у тебя есть с еды вообще? Что у тебя есть? На. Держи. Ну, это хватит, мне так кажется. Ребята. Ночное зрение. Блин. Заканчиваем на этом. Заканчиваем. В следующей серии, это уже финал, я не знаю, какая это серия по счету, там пятая может, но все же, 6 серий для такой карты, мне кажется, это как раз нормально. Давайте на этом итак, заканчивать. Да. Ставьте ребят, лайки. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, всем спасибо и всем пока, до новых встреч. Всем пока!